Друзья, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на «Возрождение сегодня». Наша программа выходит каждую неделю. Сегодня у нас будет интересный разговор с очень интересным гостем. Но перед этим я хотел бы поблагодарить вас. Многие из вас — финансовые партнеры нашего служения. Вы молитесь и поддерживаете нас. Вы оказываете огромное влияние на нашу работу в Израиле, а это поддерживает мессианские общины и помогает поднимать новое поколение лидеров, а также достигать евреев и арабов. Ваша финансовая поддержка действительно меняет жизни людей в нашей стране. И от имени всей команды нашего служения я хочу сказать вам спасибо. Мы очень ценим вас и регулярно молимся за вас. А сейчас я хотел бы представить моего гостя. Он отец 5 детей и уже 9 лет является частью нашей команды. Он старейшина в местной общине, и мы называем его «командный пастор». Его сильная сторона — это пасторское сердце, очень доброе и очень широкое. Когда-то он занимался садоводством, и сегодня мы поговорим как раз об этом. Итак, встречайте Тайла Рубена. Спасибо за то, что пришли к нам сегодня. И вам спасибо. Наши зрители еще не очень хорошо знают вас, поэтому для начала расскажите о вашем детстве в нашей стране и о том, как вы уверовали в нашего Господа Иешуа Хамашеаха. Спасибо за приглашение. Рад быть здесь. Да, я родился в Иерусалиме. Оба моих родителя из европейских ашкеназов. Мой отец совершил алию в 1971 году. Он был из довольно мирской семьи. Моя мать родилась тут. Ее родители переехали из Румынии. Она из очень религиозной семьи, так что можно сказать, что в данном случае встретились две противоположности. Такая вот интересная получилась комбинация. Любопытно, а были ли какие-то трения между вашим мирским отцом и религиозной матерью? Они все-таки развелись. Может, это и стало причиной? Мое детство было довольно мирским, но большинство основателей нашего кибуца в Галилее были из религиозных семей с сионистскими взглядами, причем довольно радикальными. Они мечтали отстроить Израиль и буквально все делали для этого. То есть это уже было в вашей ДНК. Да, вы вообще верили в Бога. Всегда. Да, мой дом был очень духовным, и где-то в нем был Бог. Я не знал его лично, но я понимал, что многим управляет и ответственен за многое. Я хотел быть с ним, но я не знал, где он и что он делает. Я не представлял, что отношения с ним могут стать личными и вообще близкими. А дома? У нас было что-то вроде New Age. Мы постоянно практиковали эти практики. А когда вы впервые узнали об Иешуа и захотели узнать о нем больше? Спасибо за вопрос. Когда мне было 13, прямо перед моей бар-мицвой, я посмотрел евангелизационный фильм, который назывался «Пастырь добрый». И мне очень понравилась эта личность Иешуа, вы понимаете. А вы смотрели его на английском? Нет, на арабском. Ого, с субтитрами на иврите или как? С субтитрами на английском, а трансляция шла с Кипра. Я уловил почти все, что там происходило. Я понял, что происходило в этом фильме, и мне очень понравился характер Иешуа. Но я подумал, я еврей, и это не для меня. Да, это хороший человек, но меня это никак не касается. Но фильм все-таки повлиял на меня тогда. На бар-мицву мне сделали фотоальбом, и сзади я написал: когда я буду в 2 раза старше, то есть в 26 лет, я посвящу свою жизнь Богу. Я сам себе поклялся, а в этом это забавная детская выходка. Простите меня за мой английский. С годами я забыл об этом. Когда мне было 16 лет, в районе реки Иордан, где я жил тогда, проходила евангелизация, и кто-то дал мне Новый Завет. У него была красивая обложка с восходом солнца. Я подумал, тут написано «Брит Хадаша» или «Новый Завет». Значит, это не для меня, ведь я еврей. Я положил его на полку и забыл о нем. Потом, когда я был в армии, перенесемся немного дальше во времени, там произошло несколько событий, когда я был уверен, что Бог рядом. Я не понимал, как, но Он спас меня. А когда я был в резерве, было еще несколько происшествий, когда я точно понимал, что Бог рядом. Не могу вдаваться в детали, но Бог точно был рядом. Я благополучно вернулся домой, ну и все. Я задавался вопросом, кто такой Бог? И почему Он заинтересован во мне? И почему Он участвует в моей жизни? Я вспомнил еще кое-что. Когда я был в младших классах, мы были в каком-то городе на севере страны. Не помню точно, по-моему, это было на севере. И я потерялся. И в своем сердце я молился о том, как мне вернуться к моей группе, как их найти. Затем я услышал голос в голове или в сердце, и он указал мне направление. Удивительно. Да, я их нашел. Я не знал, что это было, не знал, что это возможно, но я рос в духовной семье, поэтому мне казалось это вполне возможным. А что стало определяющим моментом, который привел вас к Иешуа? Это было лет 20 назад. И связано это с моим братом. Он заболел, и нам пришлось вызвать скорую и отправить его в больницу. Я привез брата в больницу и начал молиться. Это была моя первая молитва. Бог, если Ты существуешь, это мой младший брат, и он должен выздороветь. За год до этого мой друг вернулся из Англии, и вернулся он верующим. Почти 10 месяцев он показывал мне Писание и рассказывал об Иешуа до тех пор, пока я не сказал «Спасибо, но больше не говори со мной и не звони мне. Я не хочу иметь с тобой ничего общего». И так прошли 2 месяца, и мы с ним вообще не общались, а затем произошел тот случай с моим братом. И в скорой помощи, по дороге в больницу, я получил откровение о том, что Бог есть, и это Иешуа. Это очень важно, потому что потом это вызвало много вопросов. Итак, Бог есть, Он и есть Иешуа. Мне нужно верить в это и жить соответственно. Поэтому, приехав в больницу, я уже знал, что Бог есть. Я сказал ему, «Пожалуйста, исцели моего брата». После 2 часов осмотра моего брата выписали из больницы. Он был в полном порядке. Для меня это было похоже на то, как Бог подписал свою часть контракта, говоря, «Да, я здесь». И это был тот же голос, который я когда-то слышал в детстве. Тогда у меня сошлись все точки, я понял, что это тот же Бог, и Он все это время был в моей жизни. Я знаю, что в вашей жизни был период, когда вы были очень больны. Кажется, это как-то связано с тем, как вы пришли в служение возрождения Израиля. Расскажите об этом. У меня был собственный бизнес, ландшафтный дизайн. Я работал по 17 часов в день, работал просто как автомат, как машина. Я знаю, что это такое. Я сам работал на ферме. Да, это тяжелый труд от рассвета до заката. А если у вас есть хороший фонарь, то и дольше. Дошло до того, что у меня была болезнь поцелуев или мононуклеоз. Я болел около 7 месяцев, и так я растерял всех своих клиентов. У меня совсем не было сил, мне сложно было пережить день. Я постоянно чувствовал боль и усталость, и вот ко мне пришли 3 человека. Все они совершенно разные, но все они сказали одно и то же. Один сказал: «Пойди и познакомься с командой пробуждения Израиля. Там хорошая хвала. Они могут помолиться за тебя. Бог будет работать, и тебе станет легче». Другой человек сказал: «Пойди в общину Хават Иешуа в Иерусалиме. Это хорошая община, там хорошие люди, они могут помолиться за тебя». Третий сказал: «Иди познакомься с Ашером, интрейдером. Он хороший человек, он полон духа, и он может помолиться за тебя». Я пошел в общину Хават Иешуа, потом я пошел в пробуждение Израиля и встретил там одних и тех же людей. Там был и Ашер. Я понял, что Бог послал 3 свидетелей, чтобы до меня дошло наконец-то. До меня дошло не сразу, но Бог при этом был верным. Это стало поворотным моментом в вашем исцелении. Да, потому что, приходя на каждое собрание, мне приходилось буквально тащить себя. Первые несколько раз я опоздал, но после каждого собрания я видел изменения. Я видел исцеление и в теле, и в душе, потому что у меня началась депрессия. Я привык тяжело работать, но я не мог теперь этого делать. Это было очень сложно. Но Бог работал со мной неделя за неделей. Во время каждого собрания что-то происходило. Это что-то и было исцелением. А еще я встал на тот путь, которым иду и сейчас, и нисколько об этом не жалею. И вот через несколько месяцев Бог исцелил меня полностью. Я был в полном порядке, как в физическом, так и в душевном плане. Я был стабильным человеком. Аллилуйя! Очень счастливым. О да, звучит очень просто. Но на самом деле это было, знаете. А затем у меня была встреча с Ашером и Нивалом, и они оба сказали: «Ты уже здоров, поэтому ты можешь вернуться к ландшафтному дизайну, и мы знаем, что ты это любишь, или можешь присоединиться к нам». А чем я буду заниматься? Они ответили: «Мы еще не знаем». Бог очень благ. Я понял, что я прошел весь этот процесс не для того, чтобы снова вернуться к садоводству. И в своем сердце я отказался от этого. Я сказал: «Господь, я понимаю, что это новый сезон». Когда я начал работать в служении, то занимался программой по подготовке учеников. Я учил их садоводству и ландшафтному дизайну. Это было забавно. Такое у Бога чувство юмора. А теперь ты работаешь на меня, я даю тебе, что ты так любишь. Но я буду учить тебя тому, как садоводство связано с людьми, что общего с ухаживанием за деревьями и кустами, и ухаживанием за людьми, как обрезать деревья и как обрезать людей. Это было удивительное время. Я могу долго говорить об этом. Я помню, как мы вместе занимались садоводством, вырывали сорняки и подрезали кусты. Делая это, я получал откровения, видел новые идеи, связывал их с Писанием, а потом говорил всем, ну надо же. А вот что это означает. Это так интересно. Работа с вами была прекрасным опытом. Я не преувеличиваю. Я видел, как вы обучаете других, соединяя практические моменты и духовные вместе. Учились ухаживать за садом внутри нас. Приведите какой-нибудь пример, пожалуйста. А это будет целая серия. Я стоял на коленях и вырывал сорняки. Это тяжелый труд. Кончики пальцев начинают болеть. Вам жарко, вы потеете. Но затем Бог сказал, а вот что я делаю в твоей жизни? Я вырываю что-то одно за другим, потому что хочу вырвать с корнем, а не просто обрезать, чтобы оно выросло снова. Я хочу вырвать полностью, а на это нужно время. Это ободрило меня. Я сказал, Бог продолжает делать это. Не останавливайся. Я хочу, чтобы все сорняки с этого участка были вырваны. Я перед тобой. Вырывай из моей жизни все, что мне вредит. Обрезка или зачистка — это тоже прекрасная аналогия. Я люблю деревья, потому что они не жалуются, когда я это делаю. Но мы жалуемся, когда Бог что-то делает. Почему ты убираешь это из моей жизни? Мы кричим, но это нам на пользу, потому что так мы приносим плод. Когда Бог обрезает нас, как мы обрезаем дерево, это открывает дерево для большего солнечного света, меньшего числа заболеваний, меньше грибка, воспалений и других подобных вещей. Оно будет здоровым и принесет много плода. И то же самое Бог делает в нашей жизни. Как только вы поймете этот процесс, то пригласите Бога в свою жизнь как садовника, чтобы Он вырывал сорняки и обрезал все, что заболело и не приносит плода. Он будет заботиться о вас и сделает из вас настоящее хорошее дерево. Когда вы говорили об этом, я думал, давай, Господь, вырывай все сорняки и обрезай меня. Обрезай все нехорошее. Да, я знаю, что у вас пасторское сердце. Вы любите поддерживать людей, особенно когда у них трудности. Вы полны милости и сострадания. Слушая вас, я думаю, да, мне нужно продолжать двигаться в этом направлении. Да, как я и сказал, деревья не жалуются. Все просто. Взяли ножницы, и все готово. С людьми нужно использовать другие инструменты, и нужно объяснить им этот процесс. Тогда они поймут. О, так мне действительно не нужна эта ветка. Она мне только мешает принимать Божий свет. Я просто отбрасываю тень, никаких плодов не приношу. Вот как это должно работать. Аминь. Хочу немного сменить тему. Вы один из мессианских евреев в нашей общине, и вы носите кипу или ермолку, а также носите кисточки. Да, вот они, кстати. Мы знаем, что об этом написано в Торе, но я хочу услышать от вас, почему вы это делаете. Одни евреи делают это, другие нет, третьи где-то посередине. Почему вы, мессианские евреи, решили носить все эти вещи? Ответ один, но он состоит из нескольких частей. Это моя история для моего народа. Я часть моего народа. Некоторые мессианские евреи считают, что нам это уже не принадлежит. Еще мой народ заставляет людей спрашивать, если вы верите в Иешуа, я не стыжусь своей веры, то почему вы соблюдаете традиции? Объясняю. Кипа — это традиция, а цицит или кисточки — это традиционное выражение Божьей заповеди. Соблюдение заповедей идет до самого конца Библии, до книги Откровения. Там говорится о группе людей, которые свидетельствуют об Иешуа и соблюдают заповеди. Соблюдение заповедей может иметь разные выражения. Я не говорю, что оно должно быть религиозным или традиционным, но я, как еврей, живущий в Израиле, среди моего народа, чувствую призвание от Бога делиться прекрасной новостью о том, что Бог верный, личный и участвует в нашей жизни. Он ищет нас, мы горячо любимы им, и мы нужны Ему. Именно поэтому Он вернул нас сюда. Для меня, как для еврея, это как сказать, что я часть моего народа. А соблюдение заповедей — это мое понимание того, что Бог не покончил с заповедями, но с приходом Мессии все изменилось. Нужно понять, что это не влияет на спасение, не делает меня лучшим евреем или верующим, или лучше других. Так я понимаю послушание Богу. В принципе, это все. Я также понимаю, что Бог ждет от меня искренности. Все выражают ее по-разному. Одни люди носят браслеты с фразой «Что бы сделал Иисус?». И это прекрасно. И Дух Святой напоминает нам, что делать и что сделал бы Иисус. А в Библии сказано, что именно для этого нужно носить кисточки. Это наша вера. Хорошо носить браслет. Хорошо молиться на иных языках. Главное — позволить Духу Святому направлять вас. И Он будет это делать, если вы попросите Его. Иногда даже если вы и не просите. Вот и все. Вот то, как я это понимаю. Супер. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Это был интересный разговор. Друзья, спасибо за то, что были с нами. Пишите, откуда вы нас смотрите. Мы хотим это знать. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Увидимся через неделю. Божьих благословений.